Друзья мои, всем привет! Меня зовут Антон Кегелев, я ведущий мероприятий, свадьбы, корпоративы, юбилеи, презентации и другие события. И по совместительству я веду свой блог на канале YouTube, посвященный криптовалюте и заработку на ней. Неспроста я держу вот эту коробочку. Как вы уже догадались, это iPhone X или iPhone 10. Как угодно вы можете его называть. Я его купил. Здесь есть... Давайте откроем коробочку. Здесь есть наушнички, переходничок, зарядничек, который вставлен в розетку, ну и сам телефон, на который я делаю, собственно говоря, это видео. Ребята, не сказать, что я рад этой покупке, это не сказать ничего. Это действительно крутой телефон, крутой аппарат с лучшей, на мой взгляд, камерой, с инновациями. Да, есть какие-то, может быть, недоработки, да, есть проблемы, может быть, с Face ID у кого-то, но у меня этого ничего нет. У меня все работает отлично, телефон не греется, я доволен, безумно доволен этой покупкой, этим активом. Почему я называю его активом? Потому что я этот телефон взял в рассрочку, и мои инвестиции гасят эту рассрочку. То есть я не потрачу ни копейки своих денег, но об этом чуть позже. Итак, друзья мои, у меня есть два лайфхака по покупке данного аппарата. Первый лайфхак позволяет вам приобрести его со скидкой в 10%, плюс-минус 1-2%. И второй лайфхак, как я уже сказал выше, это приобрести телефон, не потратив ни копейки своих денег. Итак, первый лайфхак. Если у вас есть в наличии сумма, чтобы приобрести вот этот телефон за наличку, по безналу, то вы можете воспользоваться следующей схемой. Что вам нужно будет сделать? Вы приходите в магазин, в тот магазин, где предоставляют рассрочку, тот или иной банк, и подать заявление на покупку данного аппарата в рассрочку. Не в кредит, а в рассрочку. Если банк вам одобряет рассрочку, то он предлагает взять этот телефон со страховкой. Запомните, по законодательству Российской Федерации вы имеете право отказаться от этой страховки при подписании договора. И после одобрения заявки банком, банк, собственно говоря, не имеет права вам уже отказывать в предоставлении кредита, предоставлении рассрочки. Ссылки на законы я вам напишу ниже. Итак, что такое рассрочка? Продавец предоставляет банку скидку в размере 10%, на чем, собственно говоря, и зарабатывает банк. Это как раз вот и есть проценты. То есть, покупая за наличку или покупая в рассрочку, вы отдаете одну и ту же сумму. И если вы ее гасите в течение месяца, то вы, в принципе, оплачиваете за пользование кредита, так называемые рассрочки, только за один месяц. То есть, например, стоит телефон там 100 тысяч рублей, продавец предоставляет банку скидку в размере 10 тысяч рублей, 10%, и за каждый месяц использования данной рассрочки вы оплачиваете процент там, в размере там, 1000 рублей, на 10 месяцев взяли. Если вы гасите, соответственно, в первом месяце, то вы оплачиваете только за один месяц 1000 рублей. То есть телефон вам обойдется не в 100 тысяч рублей, как по итогу вы взяли рассрочку, да, все 10 месяцев платите, или, например, за наличку сразу, а телефон вам обойдется 90 плюс 1000 за использование этих процентов. 9000 вы экономите. Если вам банк одобрил, как я уже сказал, рассрочку, и вы не хотите оплачивать страховку, а хотите отказаться, то есть от нее, соответственно, вы пишете заявление. Если на крайний случай вам отказывают в предоставлении кредита, так как вы отказались от страховки, вы можете, в принципе, написать заявление в той или иной страховой компании, где застрахован этот телефон, в течение 5 дней после приобретения данного товара в рассрочку, заявление на возврат, собственно говоря, страховой премии. Это был лайфхак номер один. Лайфхак номер два. Друзья мои, это для тех, кто занимается криптовалютой или хочет увлечься, но не знает, как это сделать. Что вам нужно для этого предпринять? Вам нужно подписаться на
мой канал в Телеграме. Вам нужно написать мне в социальных сетях, без разницы, Facebook, ВКонтакте, все ссылочки в описании. Написать я хочу такой же iPhone X. Я вам помогу осуществить эту мечту. Я участвую в неком эксперименте, я взял этот телефон в рассрочку, и данный телефон я приобрету так, что не заплачу за него ни копейки своих собственных денег. То есть я останусь при своих деньгах, но этот телефон будет мой. Для того, чтобы купить этот телефон в рассрочку и не заплатить ни копейки, вам нужно иметь хотя бы 30-40 тысяч рублей на руках, инвестировать, и по итогу вы получите, окупите этот телефон, и со своих инвестиций оплатите, и останетесь еще при своих деньгах, а может быть даже и больше. Ведь рынок криптовалюты, он растет, поднимается, об этом вы можете найти всю информацию у меня на канале. Ну что ж, друзья мои, я еще раз скажу, что такой телефон очень крутой, я его рекомендую всем. Подписывайся на мой канал, ставь лайк на это видео, подписывайся на мои сети в Телеграме, в Инстаграме. До новых встреч и всем хорошего профита. Да, кстати, после Нового года я собираюсь по той же схеме взять BMW X и планирую еще какой-нибудь X взять, но я не знаю, что, в каком проекте поучаствовать. Я хочу себе 3 икса, ну или вот так. Я хочу себе 3 икса. Пиши в комментариях, что я могу взять или что могу приобрести, чтобы у меня получилось 3 икса. iPhone X, BMW X и еще какой-нибудь X. И за самую интересную идею я закину тебе 1000 рублей на баланс. В общем, пиши, ставь комментарий, подписывайся. Все, пока-пока, до новых встреч, до новых видео.